Друзья, всем привет, с вами канал TSKSGO. Ну чё, у меня есть денег на канале на пару открытий вот этих капсул по 72 рубля. Давайте откроем, посмотрим то, что выпадет. Так, здесь можно указать. А, за одну, ладно, чёрт с ним, пока одну туда возьму. Ну, так, ладно, чёрт с ним, вот одна выпала. Так, открыть контейнер. Ну вот эту, может быть, золотую, сколько она сейчас стоит? Торговая площадка стоит 800 рублей, 75 рублей. Ладно, погнали, посмотрим. Раз, два, три. Я, наверное, сейчас дешево конди рунда выпадет за 5 копеек, 100%. Что, так и есть? Что, она много стоит, что ли? Ерунда какая-то. Что, она сколько стоит? Так, сколько она продать на торговой площадке? Одиннадцать рублей, друзья. 60 рублей минус. Ну, 13 рублей. Сейчас вот играл, друзья, на это, на тесте Go. На тесте Go играл и проиграл 400 рублей. Так что не советую вам этот сайт тесте Go. Это какая-то полная ерунда, друзья. Так, давайте вот это вот откроем, посмотрим еще. Как обратно-то вернуться? Не дает обратно вернуться, как я понимаю. Чтобы наклейки-то взять. Так что крутила-крутила и про все деньги два раза по 200 рублей на киви. Так, а вот он открыл, вот опять, а нет, не дает, друзья, наклейки. Как их обратно взять? Так. Так, это ладно, это не то, отсюда надо вообще походу выйти, мне кажется, да? И по новой туда зайти, вот так вот, по новой зайти, друзья, на. Как это неудобно сделано, почему обратно перед каждым первым заходе только можно зайти. Капец, это неудобно. Еще так долго думает, это капец. 3 часа грузится. Никак не склеить, потому что на айфоне нет такой, как на андроиде. Это вообще просто какая-то ерунда. Еще это сейчас 3 часа буду ждать. Очень долго грузится. Ну, это капец какой-то. Вот только сейчас можно, видите, да, опять эту чертову наклейку купить. Ну, надеюсь, что-то выпадет нормально. Хотя нет, никогда здесь ничего нормального не выпадет. Никогда в жизни. Ну ладно, погнали, раз, два, три. Никогда не могу. Только здесь в минус можно уйти, в огромный минус. Для этого и придумана эта игра, чтобы уходить постоянно в минусы. Ну сколько это ерунда стоит? Также 11 рублей 13. Да лучше бы кейс открыл, сейчас возьму. Ну 12 рублей, да. Также я в минус ушел, получается, друзья. Ну вот, делайте выводы. Для чего вообще смысл здесь что-то открывать? Вот, ну выбиться там наклейка дорогая, смысл от нее. Ну вот, смотрите, обновим сейчас здесь, да, обновим. Ну вот он, вот она, это 17 рублей уже. 17 рублей, а это что? Это 13 рублей, друзья. Ладно, всем пока. Давайте пишите лайки, ставьте комменты. Всем удачи, всем пока.